Информационные технологии в образовании, медицине и правительстве. Развитие электронных медиа сегодня обсудили на международной конференции «Управление информационными ресурсами» в Академии управления при президенте Беларуси. На форуме представили доклады специалисты из Беларуси, Вьетнама, Польши, России, Украины и Кореи. Форум проводится уже 12 лет. За это время наша страна поднялась на 55-ю позицию в рейтинге 200 стран с самыми развитыми информационными технологиями в правительстве. Сегодня мир глобальный и мир информационно насыщенный. И каждый день, каждую минуту он изменяется. И информация сегодня, по сути, является основным источником, в том числе, решения не только каких-то социально-экономических задач, но и политических в том числе. Беларусь имеет очень большой потенциал для развития информационных технологий. Прежде всего, потому что у вас очень высокий потенциал человеческий. Очень образованные люди, высокий уровень образования. После форума в Академии весь день для студентов будут работать секции по безопасности в онлайн-мире и информационным системам в сфере экономики.